Скажите, девочки, сколько стоит это кресло, чтобы его купить? 32 тысячи всего, всего лишь. Ага. Девочки, я покупаю, заверните мне, пожалуйста, его. С удовольствием, Владимир. Владимир покупает. Итак, дорогие друзья, сегодня какое у нас число? 13 октября. 13 октября у нас сегодня. 32 тысячи, это на тысячи долларов, да, чуть-чуть? Да, да. Вообще копейки. Спасибо, девочки, спасибо. Я думаю, что я буду превосходно на нем отдыхать, читать свои мемуары впоследствии. Главное потом сложить. Такое еще есть в коричневом цвете. А чего? Все, до свидания, друзья.